Уже второй год на территории Омской области реализуется федеральная программа «Ты предприниматель», которая помогает действующим бизнесменам довести работу до совершенства, а тем, кто только грезит мечтой стать предпринимателем, узнать необходимые основы для открытия своего дела. Опытные бизнес-тренеры, маркетологи и преподаватели экономических дисциплин помогают ребятам доработать имеющиеся идеи, разобраться с составлением бизнес-плана и азами организации бизнеса, а также определить, насколько их задумка может быть актуальной на омском рынке. Для меня, в принципе, в жизни саморазвитие стоит на одном из первых мест, и я считаю, что человек должен всегда развиваться и узнавать как можно больше. И сейчас у меня есть время узнать что-то новое, почему нет. Всегда интересно окунуться в атмосферу новую для себя. Предпринимательство, к тому же, я не исключаю в своей жизни. Когда я сюда пришла, я, наверное, оказалась здесь самым старшим учеником, так скажем. Здесь в основном студенты. Вот. И мне кажется, что это очень полезный проект вообще в плане развития не только собственного бизнеса, но в том числе и себя как личности, то есть своей креативности, своего мышления, своей какой-то осведомленности в юридическом плане. Поэтому всем советую, это никогда не повредит. Даже если у вас нет своей какой-то бизнес-идеи, здесь она обязательно появится. В этом году почти 500 омичей в возрасте от 18 до 30 лет, желающих начать собственное дело, пройдут обучение в Центре делового образования Омского государственного университета. Курс для каждой группы длится всего пару недель. За столь небольшой промежуток времени участники программы, конечно, не смогут стать бизнесменами, но они получат все необходимые знания и навыки для того, чтобы проработать свою идею, обличить ее в план, рассчитать доходность и, возможно, через год-два представить ее в действии. Та аудитория, которая приходит, несмотря на то, какого возраста эти ребята, либо это еще студенты, либо это уже работающие молодые люди, либо это студенты, но которые уже, скажем так, имеющие какой-то то есть свой бизнес, где-то то есть что-то, где-то как-то подрабатывающие. Они все сидят в этой аудитории для того, чтобы больше узнать о предпринимательстве, и все они хотят, скажем, зарабатывать деньги именно через предпринимательство. Вот это, конечно, большой плюс. То есть просто вот людей, то есть пришли, а посмотреть, что тут здесь преподаватель, да, то есть рассказывает, таких нет, все заинтересованы. И я надеюсь, что вот это вот какое-то зерно, да, мы в них однозначно, скажем так, заронили, и у ребят, естественно, будет уже интерес, они постараются, да, то есть там, если там не через год, то через два, то есть, скажем, все равно свою мечту об открытии своего бизнеса реализовать. Программа «Ты предприниматель» – первый шаг к твоей бизнес-мечте. Напомним, что также в рамках проекта проводятся встречи уже действующих бизнесменов со студентами и даже школьниками. Они делятся с ребятами своим жизненным опытом и рассказывают, как можно удержаться на плаву, несмотря на конкуренцию и другие преграды.